Ребят, а данным коротким видео я просто хочу показать вам одно из мест, которое я люблю. Вот в принципе, вот именно такие места я и люблю. Именно в таких местах я могу сделать остановку, посидеть, отдохнуть. Ну и просто вот в подобного рода участки я всегда стремлюсь. Чем же они так для меня примечательны? Ну, во-первых, это лиственные деревья, вот вы видите. Соответственно, все просвечивает нормально. Тень хорошая. И, соответственно, ощущение какого-то спокойствия и полного единения с природой. Конечно, и в сосновых лесах то же самое. То же самое. Но вот именно подобного плана участки, именно с лиственными деревьями, почему-то у меня к ним душа лежит больше. Почему, сказать не могу. Ну, так вот конкретно. Если коротко, светлые участки, пение птиц, вы слышите. Поляночки можно встретить. Вот такие вот, видите, какая хорошая полянка. Это ж просто вообще. Здесь вот остановиться, палаточку поставить, там какой-нибудь гамак растянуть, да все что угодно. Классика. Обожаю такие места. Просто обожаю. Ну и сейчас покажу вам еще верхний ярус. Вы посмотрите, какая красота там. Вот смотрите. Смотрите, как там сверху. Тоже очень красиво. Березки. Чуть в отдалении сосны. Причем сосны такие нехилые, я бы сказал, по размеру. Очень нехилые. И вот они, лиственные деревья. Сама красота. Вот именно такие участки я больше всего и люблю. Больше всего и нравится. Балдею. Кстати, на земле полно земляники. Ну, понятно, что она пока только начинает где-то цвести, цветочки. Но в данном месте спустя, ну, я думаю, недели 2-3 можно будет уже выходить за первым урожаем. Вот такая ситуация. Супер!